Казахстан на историческом распутье. И в наших силах направить страну в прогрессивное будущее. В наших силах не дать ей свалиться в новый феодализм и мракобесие. Гражданские активисты приходят на помощь застрявшей на спирали истории стране, толкают жертвы свободы, чтобы страна не погибала, чтобы жила, чтобы развивалась, чтобы процветала. Если мы не поддержим наших политзаключенных, если мы не будем оказывать помощь активистам, то власти будут спокойно возводить дополнительные ограждения один за другим в стране концлагеря. Если мы промолчим, то любое несогласие с режимом будут строго пресекаться и будут приниматься законы о блокировке интернета, о давлении на адвокатов и о передаче государственного управления в руки частной компании другой страны. Уже нет обсуждения законопроектов. Уже не требуется общественного согласия. Уже власти не создают информационные повестки. Нагло, цинично и бесцеремонно заявляют о том, что у народа нет никаких прав и свобод. Не заморачиваются на создании иллюзий демократических преобразований. Гёте говорил: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день готов идти за них на бой». Возвращайтесь на родину, внутренние мигранты. Расставайтесь с безразличием и страхом. Наша страна застряла на спирали истории. Нам надо ей помочь. Только вместе мы сила –